знакомство с Одесской школой будущего. Украинские политики Юрий Бойко, Николай Скорик и Евгений Червоненко посетили Международную академическую школу Одесса. Президент образовательного учреждения Сергей Кивалов провел гостям экскурсию по школе, а также продемонстрировал технические возможности классов. В каждом из них установлены интерактивные дисплеи. Все современные технологии в распоряжении педагогов. Это не только удобный способ объяснить новую тему, но и дать возможность детям повзаимодействовать с той или иной интерактивной программой. Очень красивый объект. Очень качественно сделан. Вообще, ну, реально вот объект, который вызывает восхищение. Что очень важно, что вот он будет своего рода ориентиром для других объектов в городе, к чему надо тянуться. К чему вот, будет своего рода вот образцом того, как надо делать. И чем больше таких объектов будет, тем красивее будет город. Поэтому это вот некий объект, такой символ, который будет подтягивать за собой весь город. Я убежден в этом, потому что такого я не видел в Украине. И вот вокруг него потом будут вырастать такие же здания, потому что он будет ориентировать всех на некий уровень, который надо достигать. Я такой школы не видел нигде. Я считаю, что это колоссальное достижение Сергея Васильевича, что он это сделал. Я считаю, что вот это его вот реально не на словах, а на деле вклад в будущее нашей страны. Даже не только в образование, а вообще в будущее. Вот этот объект, он будет образцом для всех, кто хочет как-то вот прославиться. Сергей Васильевич Кивалов поставил памятник себе при жизни, который будет учиться новое поколение одесситов до сих пор. За 60 лет никто не строил ничего. А за независимую Украину ни один мэр не поставил ни одной школы, то мне комментировать нечего. Вот это дело лучше слов. Я знаю, в каких бы мы партиях ни были, мы объединяемся и говорим вокруг страны, вокруг безопасности людей, вокруг какого-то движения вперед, а не доверяй делам. А народ называет «доверяй деньгам». После посещения учебного учреждения на память о встрече была высажена аллея деревьев, которая станет частью программы озеленения школы. На территории планируется высадить более 100 елей и аллею сакур. И это только начало. Мы это делаем на века. Мы это делаем на многие-многие десятилетия. Я горжусь вот этим комплексом, где мы с вами сейчас находимся. Я горжусь, что наша команда смогла реализовать тот проект, который был заложен 9 лет назад. И вот, вы видите, мы все доводим всегда до конца. Я думаю, что этот объект будет являться образцовым. Мы не зря называем школу будущего. И для того, чтобы показать, что Украина – это страна, где люди могут делать и творить, и не только строить там 30-этажные жилые дома, но и строить социальные объекты. Вот вам конкретный социальный объект. Это здание никто не сможет увезти за рубеж. Это здание, которое построено здесь и останется, и будет украшать наш город на многие-многие десятилетия. За долгие годы в Одессе не было построено ни одной школы. Однако такому подарку городу были рады не все. С самого начала к школе было приковано много взглядов. Несмотря на то, что учебный процесс начался только в этом году, образовательное учреждение выдержало несколько информационных атак. Одна из последних была инициирована нынешним городским руководством. Просто реально ревность, потому что он-то сам такого не построил. А когда такой объект появляется, люди реально восхищаются, спрашивают, кто инициатор. И когда это не он, то, конечно, его вызывает ревность. Я только так могу оценить, потому что все нормальные люди должны приветствовать появление школы такого уровня в городе, которая будет ориентиром для всех. Нынешнее руководство города так активно критикует эту школу. Я считаю, что все вопросы, касающиеся взаимоотношений города и школы, можно урегулировать. В первую очередь потому и нужно урегулировать. В первую очередь потому, что это школа. Школа действительно современная, школа мирового уровня. Я говорю без преувеличения с точки зрения вот технического оснащения, внешнего вида. Вопрос теперь, я думаю, это большое теперь дело, чтобы сделать очень высокий уровень образования. Я думаю, что это задача сейчас ближайшая коллектива всего школы для того, чтобы она стала популярной, вот как юридическая академия славится не только своей материально-технической базой, но и качеством образования. Одесса всегда славилась своим образованием, и на сегодняшний день юридическая академия и все, что с ней связано, это флагманы не только одесского, но и
украинского образования. Вот я сегодня первый раз, мне безумно понравилось. Я от всей души желаю всем ученикам и преподавателям здесь хорошей учебы и хорошей работы. И желаю только успеха, и чтобы в нашем городе появлялось больше таких объектов. Я очень благодарен Сергею Васильевичу за поддержку на выборах мэра. Для меня это очень важно. Мы очень давно дружим, но политическая поддержка, она дорогого стоит в сложный момент. И я искренне благодарен Сергею Васильевичу. Мы еще больше сблизились вот за эти дни. Для меня это очень важно по-человечески. Напомню, Международная академическая школа Одесса была открыта 1 сентября. А 9 октября митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий осветил храм Иоанна Богослова и весь образовательный комплекс.